Китайский автогигант Geely объявил о запуске новой серии электрифицированных автомобилей премиум-класса, получившей название Geely Galaxy. Под новой маркой Geely будет производить люксовые гибридные автомобили с большим запасом хода, а также полностью электрические модели. Первой моделью линейки Geely Galaxy стал Galaxy L7 – гибридный кроссовер с большим запасом хода. Он появится на рынке во втором квартале 2023 года. Он получил передовые технологии и имеет отличную безопасность. Кроссовер получил стильный дизайн с разделенной передней оптикой и без решетки радиатора. Черные вставки на кузове делают модель визуально меньше. В салоне 4 экрана. Перед водителем в составе цифровой приборной панели дисплей с диагональю 10,25 дюйма. Еще один экран с диагональю 13,2 дюйма и вертикальной ориентацией по центру передней панели. Перед передним пассажиром установлен экран диагональю 16,2 дюйма. Наконец, есть проекционный дисплей с диагональю 25,6 дюйма. За координацию различных функций отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8155. Автомобиль также получил новую ОС Galaxy NOS, в которой ускорена работа программ, уменьшено время запуска и улучшена работа с голосовыми командами. А благодаря сети спутников Geely Holding Group автомобили Geely Galaxy получат доступ к высокоточному геопозиционированию с точностью до сантиметра и такими же высокоточными картами, что поможет в реализации системы автопилота. Совершенно новому кроссоверу положена и совершенно новая силовая установка. Она называется Norte High X8848. В названии указана высота Эвереста, намек на вершину того, что может находиться под капотом. Мощность установки 390 или 663 лошадиных сил. Тепловой КПД составляет 44,26%, что является первым показателем среди серийно выпускаемых гибридных двигателей. Максимальная скорость Galaxy L7 ограничена на отметке 200 км в час. Разгон от 0 до 100 км в час занимает 6,9 секунды. Расход топлива по циклу WLTC составляет 5,2 литра на 100 км. Запас хода с полным баком и полной зарядкой до 1370 км. Кроссовер уже доступен для предварительного заказа. Начальная цена составляет от 200 тысяч юаней, это почти 29 тысяч долларов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, это лучшая благодарность от вас. До скорой встречи.